Всем привет! Это очередной выпуск «Педерачи для общего развития». И сегодня в нашем выпуске, в нашем обзоре будет, да-да, вы не ошиблись, значок юного натуралиста СССР. Вот такой вот он красивый у нас. Многие старожилы до сих пор еще помнят эти всякие станции юных техников, станции юных натуралистов. Сейчас уже от этого всего ничего, в принципе, не осталось, только у нас вот в городе, я знаю, есть станция юных техников. В детстве я туда записывался пару раз и благополучно туда не приходил ни разу после записи. Но это к делу не относится. Такими значками награждались только самые отличившиеся натуралисты, пионеры. Видимо, этот значок ценился настолько хорошо, прям вот настолько, что я нашел его на деревенской помойке. Такие вот дела, ребята. До новых встреч!